Пишу, что? Нормально. Нормально. Ну а что должно быть ненормально? Я переживаю, думаю. Что ты переживаешь? Да что ты переживаешь? Что 100 рублей? 100 рублей тебе? Хотел уже звонить. Не, мне завтра дашь, я ковер пойду заберу. Девочки. И на бензин. Наглость конченая. Иди нафиг. Нет, завтра. Меня никто не возит, чтобы меня возить. Завтра готовимся, и после завтра в Анаполе я буду с утра пораньше. Завтра сидим день, чтобы ты это посмотрела, как. Я на 7-й маникюр. Какой 7-е? 7-е маникюр, у меня педикюр. Какое 7-е число? Да ты что, там делаешь? А ты на сколько едешь-то? Я? Ну как, это... Будете угощать. А там же сразу уеду. Сразу уезжай лучше. Лучше уезжай сразу. Если подавать не будешь, так я сразу уеду. Сразу уезжай, Михалыч. Меня высадишь. Подают, наверное, надо домой сесть. Меня высадишь и сразу можешь уезжать. Да ты что? Нет, сразу не поеду, ты что? Это нагрузка для меня большая. Туда обратно, ты что? Тем более погода такая. Я здесь не могу на твою морду посмотреть. Ну я хоть день-два-то, наверное, ну, там. Уж совсем. Пока дожди идут, я перекантуюсь и обратно. Там же прохладно будет, воскресенье, понедельник. А суббота, воскресенье, понедельник, там дожди вроде как. Прохладненько будет. Девочки, бомба. Что, вкусная? Девчонки, обалденно. Созрели, что ли? Так они горячие. Как ты не это? Не сгорело. Шла пешком. 50 градусов, наверное, на солнце. Всю неделю мечтала. Гулять жарко, да. Мама сейчас даст что-нибудь. До вечерочка. Даст что-нибудь тебе покушать. Мяско же мама варила. Мясочка. Ну ее уже. Да? Мясочка ему. И это сидит мартышка. Сейчас дам китикету. Сейчас китикету. Я уходила, тебя кормила. Ты что? Меня не было 3 часа. Тем более утром не пахло. На улицу еще рано. Рано на улицу, жарко. Рано. Здесь нормально, это конюшня работает. Так что, Михалыч, прививайся, не привьешься, все, общаться не будем. Да. Я не буду ни с привитыми общаться, я не буду. Да? Да, у меня маленький ребенок. Вот, мне не надо этих зараз всяких. Так она все равно, и Леве придется прививаться. Леве обязательно, студентам в обязательном порядке, 18 лет. 18 исполнится. В обязательном порядке. Сейчас, Тедечка, что-нибудь, да. Сейчас все равно на курсе скинете зоопарк, все это сейчас. Там же, знаете, ничего на этом, не пускать, говорит, на пляже, что ли, не привезти. Или это все обман? Вот таких помидоров набрала. Лена. Ты... Я понятия не имею, я что, на пляже живу, что ли? Нет, так а вот ты сейчас поедешь, захочешь купаться, тебя не пустят. Как где у тебя документы, что ты? Я и купаться не буду, да, все, в этой конгой. Да. Конгой зеленый, зачем мне надо? Мы с тобой в Суко поедем. Мы приедем туда, в Суко. Машину оставим на платной парковке, вот на этой, на парковке. И вниз спустимся. Синее полотенце возьми только с собой. Синее полотенце, да. А ну вдруг там уже изменились, не синие полотенца. А как этого зовут начальника? Так а мы можем же это туда вон заехать, где эти новые дома. Ну, точно. Туда проехать, ну. А там тоже сейчас прошлый баум стоит. Мы машину бросим, на трассе да пойдем. Господи. Зачем туда можно заехать? Ой, прямо. Там заплатишь этому то, и все. Там-то хоть и спуск можно на машине, а если ты пойдешь, что это бездорожье будет. Мася, у тебя нету китикета? Маси нету китикета? Маси нету, нету. Нету у Масечки китикету. Что-то
опять босиком ходишь? Пол холодный. Это мне жарко. Ну и что жарко, потом ноги, что у тебя жарко? Бетон. Бетон. Ну. Бетон. Бетон брюк. Сейчас я разогрею. Сейчас кашу разогрею. Так, девочки, все, отключаюсь. Или если не отключаюсь, то надо это переворачивать камеру. Уже оборзела. Я уже хочу одним кадром и все, чтобы не монтировать. Я уже устала. Ну, смотрят все сегодня. Лен, по-моему, только вас и смотрим. Лех, у тебя что, как с утра начинается? Целый день все знаем, что вы делаете, куда пошли, с кем пошли, что ели, что пили. 24 часа. Ну? У тебя съемка. Круглые сутки. Круглые сутки. Вчера, говорит, риэты ели, я пошла за риэта. Пришла в Пятерочку, риэта нет. Ну, мыло-то что, посмотрели в Тавросе, сколько стоит кокосовый, а то не верят. Ходите да посмотрите, есть такое мыло, я его взял за 130 рублей, но я не хочу ее мыть, я за 400 завтра пойду куплю. Ты всю жизнь мыл этим мылом? Да нет, он даже запах там такой. А ты совсем образец, что ли? Я тебе говорю, что да, я вчера не дошел до Тавриса. Так бы, если я купил мыло, я бы не напился тогда. А то сэкономил на мыле. И сам намылился. Видишь, как получилось. Но халява плиз поперла и все, сэкономил на мыле. Вот как экономить-то. Буком уходится экономить, а нельзя экономить. Взял бы мыло и все, там радовался, руки мыло, запах. А сейчас это что, взял, который экономил, какое-то пшеничное. Нормальное пшеничное, раньше еще такое было для интимной гигиены. Брали и ничего, и нормальное, красное, чистое, или красная линия, или чистая линия? Красная какая-то цена, или как это? Красная цена? Красная. Ну, короче, набрал, девочки, барахла, самого дешевого барахла набрал, и... сэкономил так, что, я... знаете, нажрался, девочки, лыка не вязал. Я зашла домой, а его аж качает, представляете? Это от счастья. От счастья, девочки, ну, вообще. От счастья, что ты зашла. Тенечка, кушай. Саш, самому смешно. Ладно, все, тебе сейчас волноваться нельзя. Вот вдруг у тебя температура не дает, что-то у тебя всякие может. Хватит уже. Начаться. Прям за меня переживают, так, знаете? Конечно, а кто за тебя должен? Дурку включат, прям переживают. Вчера нафиг никому не надо было, уехала в Красную площадь. Как нафиг? И не было меня целый день. А ты почему зашла-то? Вот в 5 часов зашла, ты сказала мне, я унес ковер и все, там что-то сделать. Ты, главное, прибежала, все двери. Знаешь что, у тебя все закрыто было. Я спал. У тебя все закрыто было. Какой закрытый? Я приехала домой, пошла гулять с Тедди, у тебя все было это закрыто. Это уже потом. Ты в 5 часов приехала. А что ты двери не открыл? Я думаю, сейчас зайдешь, скажешь, что приехала. Нет, потом. Я уже пошел, когда Лёва пошел, говорит, я, говорит, гулять пойду. Все. Девочки, разборки начинаются. Все, кто что сказал, кто что сделал, кто куда пошел, кто с кем пришел, в общем, начинается. Ну и все, все, Николаевич, все. Понятно. Тихонько кушай. Ладно, что? Ты нам что даешь? Иди, я что? Левочки. Я даешь. Все бы давал бы. Так, у меня эти, у тебя чашечки. А давай. Где чашки все? Вот тебе должны на чашку. А я еще такая это. Сколько маленькая. У тебя вот таких? Три. Почему три? Ну, не знаю. Вот эти, да, вот эти. Почему три? Ну, две у меня и одна у тебя. Вот эти. Ну, их было вообще-то шесть. Не куда знаю. Вообще посуда девается? Не знаю. В этом доме. У меня не было шесть. Ну, ты же тогда переколотила всю посуду. Когда? Ну, когда моешь, у тебя все падало из рук. И все, и сбилось. Он меня с кем-то путает. Было такое? С кем-то путает, девочки. Нет, у меня только кружку одну разбила, все. Все из дома, и непонятно, в каком направлении уходит. Да ничего ты болтаешь. Весь хрусталь, все ложки. Вон у тебя хрусталь. Все вилки, я знаю каждую вазочку, я знаю каждую рюмочку.
Ты как, 3 года убежала или что? Уже 3 года. Уже 3 года. Вот я знаю, что у меня было, потому что это я покупала, а не ты. Ничего у тебя не было. На, иди отсюда. Сергей Михайлович. Нет, ты сегодня ходил в магазин, ходил на базар или куда. Зайди на базар, купи, что тебе надо. Я почему должна это таскать все и кормить тебя? Нафиг ты нужен? Иди отсюда. Ты бы сказала, я бы тебе... Я тащу, для себя покупаю, взяла вот 1,5 кило помидор, допустим, да? Ну, хорошо. Ты же сыну даешь, не мне. Так ты живешь, блядь, я первый. Не... Лёва еще только подумает, а ты уже в рот заталкиваешь. Я не ем. Таскай сам. Так, что, это что? Ничего не надо, еще трогать тебя. Ну-ка, покажи справку. Что написали тебе? Чего, ничего не написали? Ну как? Вот такой сертификат выдается с печатью, что тебе поставили. А, ну так ты видишь, никаких документов не дали. Ты что, больной, что ли? Я а разве сказала тебе? Ты сказала, ничего не дали. Где ты все, алкаш? Пошел. Вот так и живем, Тупочка.